Друзья, приветствую всех на моем канале. Сегодня хочу сделать новый ритуал, который называется перезагрузка жизненных программ. Перезагрузка жизни. У нас у всех практически есть какие-то установки, программы в голове, которые вам установили ваши родители, или ваши родственники, или у вас на работе, или в жизни у вас так создались ситуации, у вас появились разные установки, за которые вы держитесь, или установки, которые вам уже установили для того, чтобы добиваться в жизни чего-то, то есть вас запрограммировали. Друзья, по-разному можно программировать, можно магически, можно гипнозом программировать, можно сейчас очень развито программирование мозгов, потому что на бизнес-тренингах, на каких-то разных семинарах, на тренингах для того, чтобы в жизни чего-то добиться, вы идете, что-то изучаете, очень много разных методик, друзья. Влияние на вашу жизнь. Есть магические влияния, есть всякие влияния в социуме, или на вас влияют на работе, или начальники влияют, или ваши родственники влияют и так далее. Друзья, вот я хочу... Вот эти жизненные программы очень часто вам меняют, вам мешают, потому что вы уже устали от этих жизненных программ, понакатанное одно и то же, потому что ваши родители так делали, и вы тоже так будете делать. Или ваши родители, родственники вам навязывают, вот сделай вот так, потому что ты делаешь неправильно. А у нас-то жизнь уже поменялась, и вы не можете меж двух огней, кому угодить, как себе помочь, чтобы никого не обидеть, да, друзья? Чтобы никого не обидеть, и чтобы у вас что-то получалось. Очень часто вы находитесь в таком жизненном водовороте. И каждый день вас затягивает, затягивает, потом трудно выйти из этих ситуаций. Друзья, перезагружаем сегодня ваши жизненные программы, которые у вас уже с вами срослись, вросли в вас. И очень сложно вам от этого как-то отказаться или вам отпустить что-то, какие-то установки, а каждый день у нас появляется что-то новое. Вот, и вам нужно перестраиваться, а вам сложно это сделать. Конечно, я вам помогаю. У меня на канале в каждом, в разных моих ритуалах я вам помогаю. И я вам помогаю на консультациях разобраться в ваших ситуациях, потому что все мои ритуалы на канале работают, но у каждого из вас свои индивидуальные какие-то сугубо ваши личные проблемы. А у вас мы разговариваем на консультации, друзья. На консультации записываемся в WhatsApp, Viber, Telegram. Пишите мне SMS, друзья, только SMS. Не звоните мне, пожалуйста, моя консультация платная. Записывайтесь заранее на консультацию ко мне. И мы с вами поговорим о вас и о ваших проблемах, друзья. Потому что нужно конкретно разговаривать, конечно. Чтобы вы начинали понимать, потому что многие из вас понимать, как меняться, в какую сторону меняться, понимаете? Потому что многие из вас смотрят очень многие ритуалы и многих эзотериков в интернете, или вы уже как-то развиваетесь, вы считаете, что развиваетесь, и почему-то как-то сложно все происходит, друзья, и вы не знаете, как будто бы, не знаете, как выпутаться, потому что запутались уже в этих ситуациях и в этих сложностях. Для этого я провожу консультации, чистим сейчас вас от вот этих жизненных установок, жизненных программ, перезагружаем ваши жизненные программы. Конечно же, у нас должна происходить трансформация. Старое прошлое, отжившее, сгорает, уходит от вас. Идем в будущее, меняемся, трансформируемся. Происходит трансформация во всех сферах жизни. И, конечно же, наш компьютер перезагружаем у нас в голове.
Потому что в голове у нас компьютер, который фонит на всю нашу жизнь, на весь наш организм, полностью на нас. Наш компьютер нужно перезагружать периодически. Чистимся, перезагружаемся в разных моих ритуалах. Сейчас я с вами работаю, друзья, не волнуйтесь, могу разговаривать. Кому мешает мой голос, выключайте звук. Все мои ритуалы работают даже на беззвучном режиме. Можно спать, можно отдыхать, в наушниках смотреть. Мои ритуалы в экран можете смотреть, можете не смотреть. Как хотите, как у вас получается. Проверяйте, как работают мои ритуалы, друзья. Пишите в комментариях, я читаю все ваши комментарии. Мне интересно, как помогают мои ритуалы вам. Что у вас меняется? Секреты не пишем, пожалуйста. Все, что можно писать, пишите. Рекомендуйте мой канал, мои ритуалы, мои видео. Делитесь моими видео с друзьями, знакомыми, если вы хотите кому-то помочь. Помогайте друг другу, друзья. Сейчас я с вами работаю. Я провожу все свои ритуалы в энергоинформационном потоке, в канале, в энергетическом. Высшие силы вам дают помощь через меня. Перенастраиваемся, перезагружаемся. Сейчас здесь груз. Тяжелую ношу, чемодан без ручки, ваши прошлые проблемы, ваши какие-то установки, которые уже сейчас вам мешают жизни, а вы не можете от них избавиться, тянете в будущее их. Хотите светлого, интересного будущего, да? Хотите, чтобы сбывались ваши желания? О чем-то мечтаете и сложно реализовать? Надо менять установки, друзья. Меняться нужно, потому что вы хотите быт изменить, условия жизни изменить, а очень часто меняться вам сложно, и вы не хотите. Вы считаете, что у вас все замечательно, а все остальное к вам придет. Но сейчас сложно, чтобы что-то пришло. Часто в нашу жизнь приходит то, чего мы не ждали. Поэтому желательно, чтобы вы учились на чужих ошибках, на ошибках чужих людей, других людей. Поэтому я вам всегда в ритуалах, у меня в моих видео что-то рассказываю для того, чтобы вы прислушивались и пользовались. Пожалуйста, пользуйтесь моими ритуалами. Прочищаем голову, прочищаем ум. Устраняем ненужные установки, перепрограммируемся на будущую, на светлую жизнь, на улучшение в жизни, меняемся здесь и сейчас, строим нашу жизнь здесь и сейчас. Внешние раздражители на вас влияют. И почему-то нервничаете по пустякам, да? Многие из вас нервничают. И вы себе не нравитесь. Друзья, если это не о вас информация, не слушайте, просто смотрите чистку. Ну, кому-то подойдет та информация, которую я рассказываю. Не нравитесь себе, недовольны собой. Считаете, что у всех все хорошо, а у вас как-то совсем нехорошо. Потому, и у вас много, целый список, почему у вас нехорошо. Почему у вас нехорошо, разбираемся об этом на консультации, разговариваем. Потому что мои практические наработки позволяют улучшить вашу жизнь. Поэтому рекомендации даю на консультациях, друзья.
Кому нужно поработать с вами, я работаю индивидуально, провожу энергетические чистки разные, работаю конкретно с вами тоже. Пишите WhatsApp, Viber, Telegram, пишите SMS. Сейчас вы движение чувствуете. Движение, как будто бы мысли кто-то раздвигает, да? Может быть такое состояние. Друзья, гипнозом я не работаю. Вот видите, у меня в ритуале есть другие процессы, которые вы не знаете, о которых вы видите свечи, а вспомогательные средства вы видите, свечи вы видите. Но я с вами работаю конкретно. С вами, конечно, энергию беру из пространства. Поэтому даже улучшение самочувствия, даже светлая голова у вас становится в моих ритуалах. Просветление в голове и мысли. Сейчас может быть состояние, как будто бы мысли раздвигаются. Каждая мысль ложится в голове на свою полочку, да, можно так сказать. Потому что в голове очень много знаний, воспоминаний, поэтому память притупляется очень часто, потому что в вашей голове много информации. И особенно, когда вы нервничаете, у вас эта информация, она такая, знаете, в таком перемешанном, смешанном состоянии, очень сложно. Как будто бы забита голова ненужным мусором. Потому что бывает тяжелая энергия, и голова наша бывает тяжелая очень часто. Я вам помогаю очистить голову для того, чтобы новое пришло в вашу жизнь. Меняются энергии, меняются люди, меняется окружение, меняется жизнь. Друзья, кто удивляется, что после моих ритуалов многие друзья, ваши знакомые как-то отходят от вас, перестают с вами общаться. Вы с одной стороны понимаете, что они много лет вам как-то вредили или завидовали, или как-то на вас негативно вас тушили, гасили, да, как-то. Вы что-то скажете, а они говорят, вот у тебя там то-то, то-то, это не так, это не так. И вы понимаете, что эти люди постепенно, многие уходят, и вы начинаете опять нервничать, почему люди от вас уходят, друзья, потому что вам не нужны такие люди, которые на вас фонят, которые вас гасят энергетически, понимаете, от которых вы просто устали, которые пользы вам не приносят, они будут вам от вас отстраняться, будут уходить, понимаете? Или куда-то денутся, или перестанут вам с вами общаться. Друзья, не волнуйтесь по этому поводу, у вас должно быть внутреннее состояние, гармоничное, а не куча друзей, которые вам звонят по любому поводу, когда им нужно денег одолжить или им плохо, они сливают вам негативную информацию, как им плохо, и им становится хорошо, у вас потом после этих друзей, после этих переговоров по телефону, или когда ваши друзья-подруги делятся, как им плохо, или родственники, у вас потом голова болит, и вам плохо, а им хорошо. Это называется энерговампиризм. Такие друзья никому не нужны, понимаете? Или соседи такие же, которые вызывают на скандал, для того, чтобы подпитаться энергией. На эти темы у меня есть на канале много ритуалов. Видите, опять новая информация. Все ритуалы какие-то похожи, я вам что-то рассказываю. Опять новая информация. В каждом ритуале какая-то новая информация. Значит, у кого-то из вас есть такие соседи, есть такие друзья, понимаете? Не держитесь за таких друзей, после которых вам плохо. Меняйтесь. У вас будут другие нужные люди. Никого не близко к себе, не подпускайте, секреты не рассказывайте, общайтесь, никому не доверяйте, секреты никому не, о себе не рассказывайте, общайтесь, пользуйтесь, пожалуйста, отношений в социуме людей очень много, мы все в каких-то отношениях, родственные, знакомые или там какие-то рабочие отношения, разные отношения, даже международные, там дистанционно, в интернете, много разных отношений. Фильтруйте, кто вам нужен, кто вам не нужен, кто вас вызывает на скандал, после кого у вас останавливается зарабатывание денег, потому что есть такие люди,
после которых просто деньги не идут. Друзья, после меня деньги идут у всех. Уже ни одного вытянула из долговых ям. Понимаете, когда понабирали кредитов, денег нет, того нет, ничего нет, работы нет, денег нет. Все, все хуже и хуже, хуже. Я вытягиваю, конечно, не за один день, друзья. У всех разные истории. Таких у меня уже людей очень много, которым я помогла за много лет. Работаю более 20 лет, друзья. Конечно же, в течение этих лет у меня новые какие-то наработки, каждый день что-то новое. Я тоже с вами становлюсь мудрее, сильнее, выносливее, морально, понимаете? Поэтому я всегда вам рекомендую проверенные какие-то методы, проверенные. Так, голова сейчас такая тяжелая, какая-то вялая, может быть, или такая вот покачивание. Сейчас это будет очищаться, потому что через обострение к улучшению. Даже если у вас немножко обостряются какие-то ваши болезненные, вы мне пишите в комментариях, вот сердечко закололо или там... Ручки, ножки, что-то у вас там во время ритуала, а потом к концу ритуала у вас улучшение. Поэтому рекомендую смотреть полностью ритуалы от начала до конца, потому что вы же в процессе восстановления. Поэтому дайте время хотя бы посмотрите ритуал, поспите под ритуал. Или отдохните, или послушайте. Я очень часто включаю свои ритуалы, я как в первый раз слушаю то, что я рассказываю, как будто бы я впервые это слышу, потому что я рассказываю в потоке, я не помню, о чем я вам рассказывала. Потому что в потоке, в энергетическом, я вам даю информацию, высшие силы нас поддерживают в каждом моем ритуале, в потоке снимаю ритуалы для того, чтобы был положительный результат, положительный эффект вы получали от каждого моего ритуала. Даже если я вам просто болтаю ни с того ни с сего какую-то информацию, значит, кто-то должен эту информацию услышать, и все равно каждый раз что-то новое рассказываю. Высшие силы вам помогают через меня, друзья. У кого нет сил, нет желания дальше жить, сейчас идет информация, или вы уже устали от этой жизни, или вы запутались, на консультацию, пожалуйста, ко мне приходите, друзья. Вы часто рекомендуете, пишите в комментариях, чтобы я сняла тот или иной ритуал, потому что такая у вас проблема. Друзья, по своей проблеме я снимаю универсальные ритуалы. Если эта проблема у вас, это не значит, что этот ритуал будет интересен всем. А я снимаю такие ритуалы, провожу для того, чтобы вы подобрали себе нужные ритуалы. Кто-то написал, снимите ритуал от климакса. Друзья, ну ритуал от климакса — это женская сфера, мочеполовая сфера. Это энергия первой, второй чакры. Это энергия ног, потому что низ, восходящий снизу, нижний поток идет через ноги в вас, проходит через все чакры снизу вверх. Мочеполовая сфера, крадник женской силы и так далее, друзья. Очень много подбирай. Воспалительные процессы, кишечник, живот. Там, где живот, там и женская сфера, и мочеполовая сфера. Понимаете? Поэтому подбирайте себе ритуалы в комплексе. Я просто рекомендую вам смотреть разные по вашей теме или близкие к вашей теме. Если у вас внизу проблемы, явно будут проблемы какие? Гормональные. Гормональный фон у меня есть ритуал. Тоже есть. Понимаете? И даже на отношения мужчина-женщина или разные отношения. У нас есть разные отношения. И меня смотрят мои ритуалы. И мужчины, и женщины, и разные другие люди из сексуальных меньшинств тоже смотрят мои ритуалы, друзья. Поэтому каждый имеет право смотреть, участвовать, брать помощь, пожалуйста.
Поэтому подбирайте тоже, если у вас внизу проблемы, значит и голова обязательно должна тоже участвовать, тоже чистка головы и чистка чакры судьбы и разные. И чистка крови, если у вас климакс, вы понимаете, да? То есть это как пример, потому что кто-то мне написал сделать такой ритуал, чтобы вы понимали, и кровь там задействована, все. То есть дозированно подбирайте себе вот такие вот ритуалы на вашу тему. Чистка происходит уже вот, а даже вот голова, где лицо, где нос, очень много, сейчас я рассказываю ощущения, очень много точек активных. Носогубные, зона, губы, нос. Вот здесь прям такое вот бывает, такое сейчас как будто бы немножко такое немеет, вот как кожа, но потому что идут поток, идет и сушумно, по которой идет энергетический канал, который внутри у нас, и идет энергия снизу вверх. Вы должны понимать, что эти ритуалы вам тоже нужны, потому что во всех наших, в моих ритуалах, для того, чтобы очиститься от проблем и от болезней, нужно применять энергию. Поэтому жизнь — это творческий процесс. И чистка — это тоже творческий процесс. Я вам только помогаю, друзья, вашу жизнь проживаете вы. Сейчас уже такая вот голова уже и лоб сейчас вы чувствуете. Такая голова немножко может быть такая вялая или такая вот расслабленная, потому что энергия выбивает грязную энергию. Грязная энергия уходит. В голове, конечно же, есть ощущение, потому что голову перезагружаем. Голова фонит, руководит вашей жизнью. Ну и ваши чувства, и гормоны тоже руководят вашей жизнью. Очень часто вы хотите секса, потому что работают, играют гормоны, и у вас появляется чувство влюбленности, или вы хотите партнера или партнершу, или отношения вы хотите. Это, но у вас установки в голове, и вы не можете переступить эти установки, не можете завести отношения, потому что как-то у вас сложилось или не сложилось, или у вас были прошлые отношения, а сейчас вот это вот вы вспоминаете, какие были прошлые отношения, да? Или как у вас в роду сложилось, какие должны быть отношения, какая должна быть жена, какой должен быть муж, какая должна быть семья, и вот это все в голове крутится. Сейчас идет такая информация. Поэтому что чистим? Голову чистим, друзья. Перепрограммируем себя. Ритуал происходит, не волнуйтесь, могу разговаривать, могу молчать, держу вас всех в канале. Происходит трансформация, перезагрузка жизненных программ.
Сейчас голова становится легче, проходит вот это состояние, вот такое вот уже. Тяжелые энергии уходят, испаряются, да? В разные стороны. Вверх-вниз испаряются тяжелые грязные энергии. Перенастройки происходят, чистая энергия внутри. Свободно, легко течет в чакрах. Проверяем чакры ваши. Головокружение. Слегка еще такое головокружение или такая вот голова вялая, немножко такая ватная. Сейчас это все пройдет, становится лучше, легче. Изнутри, вот внутри сейчас вы можете чувствовать, как будто бы светло и легко внутри. Постепенно. Тяжесть ног уходит, спина становится легче в спине, в голове, вокруг головы, да? Уходит, утекает тяжелая энергия, становится легко, свободно внутри, вокруг вас, внутри. И даже груз мыслей ваших и груз каких-то проблем улетучивается, уходит. Мысли меняются, энергия меняется, меняются мысли, конечно же. Ритуал подходит к завершению, я не выключаю свечи, все работает. У кого-то влажное лицо, пот выступает, выступил на лице, да, друзья? Лоб влажный, волосы, корни волос. Но энергия горячая, очень часто в моих ритуалах вы меняетесь, поэтому организм реагирует на энергии в моих ритуалах, друзья. Комментарии пишите, я вас благодарю за комментарии. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Я принимаю ваши донаты, вашу помощь для развития канала, благодарности мне лично. Если у вас
есть проблемы, вы не знаете, как выслать мне денежные благодарности, пишите мне в WhatsApp, Viber, Telegram, друзья. СМС пишите мне, потому что вы из разных стран, и есть нюансы. При пересылке денег в Украину. Я живу в Одессе, это Украина, друзья. Я благодарю вас всех за все. Жду вас на моем канале. До встречи, друзья!